Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем торт сиренью и тюльпанами. Изначально срезала край у торта, чтобы немного скруглить его. Украшать будем белково-заварным кремом. Как всегда, сначала сделала черновое покрытие, потом сделала чистовое покрытие. Вот таким шпателем делаем рифление по всему торту. Сирень сделала из бисквита и масляного крема. Укладываю ее сбоку торта. В часть крема добавляем немного зеленого красителя. Цветочки сирени будем отсаживать насадкой «Средняя закрытая звезда». Таким цветом сделаем две веточки. Остальные три веточки украсим нежно-фиолетовым цветом.
часть крема добавляем бордовый или красный краситель. Насадкой тюльпан отсадим тюльпаны между ветками сирени в хаотичном порядке. Также два тюльпанчика я отсадила сбоку торта. Вот такой насадкой отсадим листья тюльпана. Листья сирени сделаем немного темнее. Добавим к зеленому крему немного черного красителя. Листья будем отсаживать насадкой листик. Также несколько маленьких листиков отсадим сверху сирени. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного. До новых встреч!